Приветствую, с вами ваш Карнаж, и я приглашаю тебя на мой диджериду плюс барабаны обучающий 7-дневный лагерь. Подробнее дальше. Мы займемся еще барабанами, перкуссией, привозите то, на чем вы играете, рамочные барабаны, дарбуки, джембе. Займемся техниками, ритмикой. Много будет уделено внимания именно индийской ритмике и таким интересным ее составляющим, как тихай. Очень богатая вообще вещь для ритмача. Слэпчики закрытые, открытые, тончики, пальчики, вот эти мелкие всякие моторики. Всем позанимаемся. А если ты уже продвинутый диджеридист, то ты сможешь извлечь максимум пользы из данного мероприятия. Потому что мы будем проходить не только ритмы, не только разные звуки и очень масса вообще разных звуков, распределяемых стилистически, аутентичный стиль игры, как играют австралийские аборигены. Это отличается от того, как играют все остальные. И будем также развивать наше композиционное, ритмическое мышление, которое нам будет давать как раз эту радость игры, что такое вообще игра с ритмом, как играть с ритмом, как играть один и тот же ритм, но так его разнообразить, чтобы ни самому играющему, ни слушающему не было скучно. Всем этим мы будем заниматься и сурово практиковать.